Приветствую вас на канале Industrial Music Internet Project. И здесь, в этом видео, перед новым началом новых экспериментов, хотелось бы подвести небольшие некоторые итоги, ну, практически полугода работы, собственно, на канале. С начала года я начал записывать альбом проекта «Оркестр деградации общества». Второй альбом я начал делать от проекта «Разбуди меня дважды». Запустил проект «Шума стихий» совместно с Алексеем Борисовым и Ильей Одиноковым, проекта «Тотем Тотем». Эти все альбомы вышли. 10-й альбом проекта «Оркестр деградации общества» юбилейный вышел, его можно посмотреть. Второй альбом «Разбуди меня дважды» тоже вышел, «Шума стихий» вышли. Собственно, я делал много различных зарисовок, так сказать, оформлял «Радио Нойз». Делал истории рок-музыки, появились также инструментальные части, да, от проекта NCPSD отдельно, это два альбома, вот, и настало время двигаться дальше, дальше я буду продолжать делать тоже также какой-то вот различный контент, достаточно интересный, как мне кажется, развиваться в каких-то других, может быть, жанрах, пока проект «Оркестр деградации» немного приостановлен, но не стоит печалиться, и надеюсь, я вернусь к нему, может быть, после лета. Пока не знаю, немножко отдыхаю от него, 10 альбомов это достаточно серьезно, и нужно накопить новых эмоций, новых знаний, и сделать что-то по-другому в следующий раз, например, ну, как-то попытаться улучшить. Сейчас же я хочу представить вам начало нового третьего сольного альбома проекта «Разбуди меня дважды». Также будут на канале дальше и интересные мои сольные зарисовки, другие проекты, и будут выходить, как в последнее время, вот вы видели достаточно часто, различные хардкор-каверы и так далее. Собственно, буду продолжать делать и истории рок-звезд. Но долго затягивать, наверное, не будем. Собственно, здесь сильно как-то что-то рассказывать про создание музыки нету смысла, наверное, потому что это и есть в других роликах, да, там касательно и «Разбуди меня дважды», и «Оркестр деградации». Собственно, просто предлагаю немного сесть, расслабиться, налить чаю и послушать новую работу сольного проекта «Разбуди меня дважды», что же я придумал. Как же я это сделал? Послушать, посмотреть, ну и, собственно, написать в комментарии, зашел видос или нет. Собственно, поставить лайк, там подписаться, не забываем, да, вот, если кто-то до сих пор еще не подписан. Собственно, смотрим. Thank you.
понравилось видео, хочешь видеть и знать больше о том, как я делаю различные музыкальные эксперименты, подписывайся на канал Industrial Music Internet Project, а также в случае блокировки YouTube, вдруг это когда-нибудь случится, подписывайтесь на группу ВК, ссылочки есть в описании, собственно, туда я сейчас начинаю потихоньку переносить весь контент, грубо говоря, просто дублируя, чтобы мои работы, мои старания, мои видосы не затерялись и не пропали даром. Очень этого не хочется, потому что много времени и сил вложено именно в этот канал, пусть даже и подписчиков не так много, но лично для меня это значит достаточно много. Собственно, подписываемся в группу, подписываемся на канал, пишем комментарии, ставим лайки, ставим дизлайки, кто как хочет, кому как нравится. Увидимся в новых выпусках. Чао!